שלום לכולם. Всем шалом. אני רוצה לדבר טיפה על פסוק, על פרק 22. Я буду говорить из второзакония 22 главы. אז כמו שאתם יודעים בחומש יש 613 מצוות. Как вы знаете, в Торе есть 613 заповедей. וזה טיפה הרבה לדבר עכשיו, אז אני אדבר פשוט על ארבע מהם. И по поводу всех 613 очень долго говорить, поэтому я выбрал 4 из них. כן, אז דברים פרק כ"ב. כ"ב это 22. 22. Второзаконие, 22 глава. אז מתחיל ככה, פסוק ראשון. Начинается так, с первого стиха. לא תראה את שור אחיך או את שיון נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבת לו וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לסמלתו וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תעבד ממנו ומצאת לא תוכל להתעלם לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו С первого по четвертый стих. «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потерянной, которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упавших на пути, не оставляй но подними их вместе с ним. אז אני רואה פה כאילו בתחילת הפרק הזה מעין סוג של הסבר על האנושות, איך אנחנו אמורים להתנהג בתור אנשים. И здесь в начале этой главы я просто вижу, как нам нужно поступать, будучи нормальными людьми. במילים פשוטות, כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך. Другими словами, эта заповедь относится к или возлюби ближнего своего как самого себя. Рита, что бен адам ибед машу, о шеш ло коши кольшу, о эзе бая, אז אל תתעלם ממנו, תבוא, תעזור לו, תושיט לו יד. Когда ты увидел, что человек нуждается в чем-то, когда ему сложно, не игнорируй его, приди и протяни ему руку помощи. אני רוצה לייחס את זה לראשונה לכיפה. И я хочу также связать это с первым посланием Петра. פרק 4. Четвертая глава, פסוק 8. Восьмой стих. בראש ובראשונה, אהבו איש את רעהו, אהבה עזה, כי על רוב פשעים תחסה אהבה. איזה פרק? פרק 4, פסוק 8. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. מדובר פה מאוד על אהבה אחד כלפי השני, התחשבות. Здесь говорится об усердной любви друг к другу и о том, что мы должны думать друг о друге. То есть, что мы не будем эгоистами, а эношим, что мы נאהב אחד את השני, הכל בנוי על אהבה. То есть, чтобы мы не были эгоистами, чтобы мы думали о другом человеке. Все здесь, основа всего является любовь. עכשיו, פסוק 5. בפרשת שבוע. 22 глава, второзакония, 5 стих. לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תועבת אדוני אלוהיך הכל עושה אלה. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом всякий делающий сие. אני רואה את זה טיפה לא בתור ביגוד, אלא בתור במיוחד מה שקורה עכשיו בעולם. И я говорю это не про, вижу здесь не одежду именно, а то, что происходит в нашем современном мире. שגברים, עושים ניתוחים, הופכים לנשים, ונשים עושים הפוך. Когда родившиеся мужчинами делают операцию по изменению пола и становятся женщинами, и наоборот. ויש גם תת קטגוריות שאפילו לא נכנס ב, לא שם ולא שם. А есть категория, которые до сих пор не определились со своим полом и не могут отнести себя ни к мужчинам, ни к женщинам. אז מה שרציתי להגיד פה, שאלוהים יצר את כל הבריאה, הוא תכנן הכל מראש.
И когда Бог сотворил все творение, Он все запланировал заранее. Он сотворил мужчину мужчиной и дал ему его личность. И также женщину он сотворил женщиной и дал ей ее личность. מה שאישה יכולה לעשות, גבר לא יכול לעשות. То, что может делать женщина, не может делать мужчина. הוא יכול לחכות אותה, אבל הוא לא יכול לעשות בדיוק מה שהיא עושה. Мужчина может подражать женщине, но он не может делать то, что делает женщина. כך גם להפך, האישה לא יכולה להיות גבר. То же самое, родившаяся женщина никогда не может стать настоящим мужчиной. וגם אם ישנו את המין שלהם, זה לא ישנה שום דבר. И даже если они сделают операцию по изменению пола, их мужчина это не сделает. אלוהים יצר אותנו שונים אחד מהשני. Бог сотворил нас различными. ולא סתם ככה. Это не просто так. הרי הוא יצר אותנו שונים כדי להשלים אחד את השני, כדי להיות גוף אחד. Он сотворил нас разными для того, чтобы мы могли дополнять друг друга, для того, чтобы мужчина и женщина смогли стать одним телом. והוא מביא לנו סוג של גבול כזה. И он дает нам границы. שאסור לחצות אותו. И нельзя переходить через эти границы. הוא הביא גם גבול לים. הוא אומר, הים לא יעבור את הגבול שהוא נמצא, הוא תמיד נמצא באותו המקום. И также, как морю Бог, поставил границу и сказал, что море не перейдет через свои границы, это берег. אני רוצה לייחס את זה למתי, פרק 19. И я хочу, чтобы мы открыли Матфея, 19 главу. פסוק 5-6. 5 и 6 стихи. וגם אמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אין הם עוד שניים, אלא בשר אחד. לכן מה שחיבר אלוהים, אל יפריד האדם. И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, будут два одной плотью. Так что уже не двое, одно одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. מה שכתוב פה, לכן מה שחיבר אלוהים, אל יפריד אדם. Тут написано, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Чтобы человек не думал, что он может что-то изменить. То, что Бог дал, то и будет. У каждого есть своя самоидентификация. И своя должность. חיים שלנו בתור בגוף המשיח. То же самое касается нашей жизни в теле Мессии. כל אחד עושה תפקיד משלו, לא כולם עושים את אותו התפקיד. У каждого есть своя задача. Не все делают одну и ту же задачу. אחרת למה לבוא אותנו, הוא יכול לבוא פשוט משהו אחד שעושה את הכל. Если бы не так, то Бог бы сделал какого-то мультифункционального робота, который бы делал все. זה משעמם, תכלס. Но это очень скучно. חוזרים חזרה לפרשה. Мы вернемся к нашей недельной главе. פסוק 6. 6 стих. כי יקרא כן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על האדמה, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למאה ניטב לך וארכת ימים. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать, пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо, чтобы продлились дни твои. Хазаль мефаршим это בצורה מאוד פשוטה. Хазаль толкует это очень простым способом. Адам שמצא חיה בחוץ, אם זה על הרצפה, אם זה... איפשהו מצא חיה. Если человек нашел какое-то животное на улице. ויש להם אם שמגינה עליהם, שנמצאת איתם. И есть мать, которая защищает своих, свое потомство. אסור לקחת, אין לגעת בילדים שלה. То нельзя брать это потомство. במקרה והיא בורחת. נס על נפשה, או פשוט עוזבת, נוטשת אותם. А если мать убегает, оставляет их. אז אם ניקח את החיה, את היצורים האלה ונטפל בהם, אז יארכו ימינו. Тогда мы можем забрать птенцов или каких-то другое потомство этой матери, которая убежала, чтобы мы могли потом позаботиться о них. אבל אם להפך אנחנו ניקח את האמא ונשאיר את הילדים. Но если мы заберем мать, а детей оставим. אנחנו בעצם מובילים את הילדים למות, למוות. Тогда мы просто обрекаем этих
это потомство на смерть. ולכן פה הוא מראה רחמנות כלפי הבריאה שלו. И здесь Бог показывает милость ко всему творению. לא להתעלל בבעלי חיים כמו שעושים, לא יודע, בסין, ששורפים כלבים בעודם בחיים. Не издеваться над животными, как, например, в Китае сжигают собак или делают ужасные другие вещи. או גם שחיטה נכונה. Или когда мы говорим про кошерных животных, как их правильно резать. כן, שלא יסבלו. Для того, чтобы они не страдали. עכשיו פסוק 8. Восьмой стих. כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. כשתבנה בית, Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упаднет с него. כן, מסבירים בפשטות כאילו שבנית בית, בנית משהו, שים מעקה, פשוט תחשוב קדימה, שאולי אם לא תעשה את זה, תקטין ראש, אז מישהו ייפול וזה יהיה על אשמתך. Здесь все очень просто. Когда ты строишь дом, ты подумай, чтобы этот дом был в стандартах безопасности, чтобы кто-то не ударился, не убился, не упал, и чтобы тебе не навести кровь на дом свой. Там дугма беавода, беатар бния או משהו. בן אדם שלא חיבר את החבר שלו שאמור לרדת או לטפס לאיזה גובה, הוא לא חיבר אותו, הוא נפל, וזה, בגלל שהוא הקטין ראש ולא טיפל בזה. Например, когда происходит стройка, и твой напарник, ты должен был хорошо закрепить ремень безопасности, и ты это не сделал, напарник упал и разбился, и это твоя вина, что ты не подумал вперед и не укрепил его хорошо. וזה גם... תלוי, כאילו זה גם קשור לכל עבודה אחרת, אפילו במשרד, עשית, אמרת, אוקיי, אני יכול לחפף פה, אני לא אעשה את זה, בסוף מישהו אחר יכול להידפק מהדבר הזה. И в любой работе, когда ты не делаешь свою работу как нужно, то могут пострадать другие люди. ואני רוצה לספר סיפור מהחיים שלי, איך זה קרה לי גם ככה. Я хочу рассказать одну историю со своей жизни, со мной произошло нечто подобное. זה היה בתקופה של הצבא. Когда я служил в армии. ואני הייתי בחיל רפואה, בהנדסה רפואית. Я был в медицинском отделении армейском. הייתי מתעסק במכשור רפואי. И я работал с медицинским оборудованием. וככה יצא שאני נשארתי כמעט חייל אחרון, היה עוד אחד שהיה ממש איזה חודש לפני שחרור. И так получилось, что я там остался последним солдатом, был со мной еще один, который через месяц должен был освободиться. היה חבר טוב מאוד שלי. Он был очень моим хорошим другом. אבל הצבא נגיד ככה לקראת הסוף גרם לו להיות שבוז ממש ולא רצה לעבוד בקיצר. И, но уже из-за того, что он, видимо, чувствовал, что он скоро должен освободиться, у него немножко было такое пофигистическое отношение к армии. היה יושב בפלאפון, היה, לא יודע, סתם מסתובב במקום לעבוד. Сидел по целыми днями в телефоне, ничего не делал, просто прожигал время. ובול קיבלנו אספקה של דפיברילטורים. И мы получили, и как раз нам привезли несколько машин. דפיברילטורים, להחיית, אם מישהו יש לו הפסקת לב, אז מחיים אותו. Как называются эти машины? דפיברילטור. דפיברילטורי. והיינו, המטרה שלנו הייתה לבדוק אותם ולהכשיר אותם, להגיד שהם אין שום בעיה ולהביא את זה הלאה ליחידות הבאות. И наша задача должна была проверить эти аппараты по всем стандартам, для того, чтобы узнать, что они нормальные, они могут отправиться в свои места назначения для работы. ואני באותה תקופה הייתי יחסית חדש, שנה, שנה וחצי כבר, לא, טיפה יותר, הייתי בצבא, וכזה נגיד ככה טיפה צהוב, אבל מצד אחר יש את החייל שמדרדר. Я был достаточно новичком в это время, вот, и с другой стороны еще был солдат, который меня еще немножко вниз тянул. אז הוא אמר לי, נו, עזוב, עזוב, בוא נשב, כאילו, מה יש להפסיד? בן אדם שבוז, ואני כזה עובד, אבל כזה חצי-חצי. И тогда этот мой друг говорит, да, ставьте все там в порядке, что нам проверять, давай посидим, поболтаем. Ну, я как бы с одной стороны работал, с другой стороны не делал это со всей серьезностью.
ואז פתאום היה לי איזה קליק בראש ואמרתי, לא, אני לא יכול לעשות את זה, אני עכשיו אסיים עבודה ואז נשב נדבר. И потом мне что-то в голове перекликнуло, я говорю, нет, я не могу это сделать, давай-ка я закончу работу как надо, а потом мы посидим и поболтаем. והעבודה הזאת לקחה כמה שבועות, כי זו עבודה מאוד יסודית, אז אני נשארתי מפוקס עליה. И из-за того, что эта работа очень тщательная, она заняла несколько недель, и я все эти несколько недель сидел и работал. עדיין היה את הרצון לעזוב ככה לחפף, אבל לא עשיתי את זה. И у меня на протяжении всей работы было все равно такое желание, да ладно, все с этими аппаратами в порядке, не буду я так тщательно их проверять, но я все равно проверял их тщательно. שתיים מהם היו תקולים, כאילו פגומים, בזמן הזה של הבחינה. И вот когда мы проверили все аппараты, то два, они не были в рабочем состоянии. יום למחרת נראה לי ששחררנו את המכשירים, מתקשר אליי מפקד וכאילו שואל כזה, מה נשמע? И где-то за два дня, אחרי יומיים? יום אחרי. יום אחרי. אז день после того, как мы проверили все аппараты, мне звонит мой командир и спрашивает, как дела? אני אומר לו, הכל בסדר, והוא אומר, רציתי להודיע לך שהדפיבלטור שבדקת האחרון הציל חייל. И я хотел сказать, я просто тебе хочу сообщить, что последний аппарат, который ты проверил и признал его в рабочем состоянии, спас жизнь одного солдата. ואמרתי, טוב, אני לא הולך יותר לחפף בדברים כאלה, ואני הולך להמשיך full gas. И для меня это просто был как знак, свидетельство того, что ни в каких вещах нельзя пренебрегать своими обязанностями, потому что это может вылиться во что-то очень серьезное. Никто не знает, что произойдет в будущем. Пасук 9. 9 стих. Ло тизра кармеха, келаим пен тикдаш амлеа зера ашер тизра, ותבואת הכרם לא תחרוש בשור ובחמורו יחדיו. לא תלבש שעטנז צמר פשטן ופשטן יחדיו. 9, 10, 11. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на вале и на осле вместе, не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и из льна вместе. Окей, לפני זה אנחנו ראינו סוג של קישור לאנושיות. До этого у нас было, все были места писания про человеческое отношение. Возлюби ближнего как своего себя, относись правильно к своему ближнему и так далее. אחרי זה ש, אנחנו שניים, כאילו שניים הופכים לגוף אחד, שאנחנו לא צריכים להרס, וגבר לא יכול להיות אישה, אישה לא יכולה להיות גבר. Потом мы говорили про то, что мужчина и женщина дополняют друг друга, и они должны быть одной плотью, когда они поженятся, и что мужчина не может переодеваться в женщину, и наоборот. זאת אומרת, אנושות בריאה. Здесь говорится про нормальное, здоровое человеческое отношение. אחרי זה מדובר על חיות שצריך לטפל בהם, רחמנות. Потом здесь говорится про правильное и отношение к животным, когда нельзя над ними издеваться. ואז לא לחפף, להיות קפדנים. Говорится про то, что к своим обязанностям нельзя относиться спустя рукава. Нужно с серьезностью исполнять все, что тебе нужно. ואז אנחנו שואלים, מה הקשר פה לשתול שדה עם זרעים שונים, לא לעבוד את האדמה עם שתי חיות, לא לערבב בדים, מה הקשר פה? Потом здесь спрашивают, а какая вообще связь, какая разница, чем засеять свой виноградник, и почему нельзя работать на двух разных видах животных вместе, чего это здесь вдруг начали говорить про такие вещи? זה לא קשור כזה, זה מרגיש שטיפה נושא אחר. Тут такое ощущение, как будто мы перепрыгнули с темы на тему, и как будто эта тема не связана с предыдущей. אבל אני רואה פה סיכום של כל הדבר הזה. Но я вижу здесь наоборот итог, вернее, Марик, сикум, дай мне нормальное слово. Сикум. Вывод всего, что мы говорили, о чем мы говорили в предыдущей главе. אז בואו נראה רגע מה מדובר פה. אז אלוהים אומר לא לזרוע שתי סוגי צמחים באותו שדה. Когда Бог говорит не засевать двумя родами семян свой виноградник,
אל תיקח שתי חיות שונות לשדה, כי הכוחות שונים, זה לא אותו חיה שיכולה לעבוד אותו הדבר. Или когда не нужно работать на двух видах животных вместе, потому что у них разные силы, они не могут работать с одной силой. ואותו דבר על ביגוד. И то же самое про одежду. אני רואה פה סוג של גבולות. Я вижу здесь границы. Элоим сам нам гвулот мод медуякот. Ло ла арбе, ло ла сот каха, ло ла сот каха. Бог поставил нам очень ясные границы, чтобы мы не путали одно с другим. Элоим омер лану пошут литапес аль ацмену. Бог говорит просто взять себя в руки. Вешенафсик ларос та брия. И чтобы мы перестали портить все им сотворенное. Элоим бара эт зе ло стам, элоим яда ма ху осе. Бог не просто так сотворил то, что Он сотворил. Он знал, что Он делает. И если мы думаем, что мы умнее Бога, и мы можем сотворить что-то новое, чего Он не сотворил, то ничего хорошего из этого не выйдет, и нас это приведет только к поражению. Элоим явил нам все. Бог дал нам все. Хаим, эрец, маком. Он дал нам жизнь, Он дал нам эту землю, Он дал нам место, где мы можем проживать. Хайот, бензуг, бадзуг. Он дал нам наших супругов, Он дал нам животных. Элоим רוצה שנאהב אחד את השני. Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. ושנאהב ונכבד את הבריאה. И чтобы мы любили и уважали Его творение. שנהיה רחמנים ואכפתיים. Чтобы мы были милостивы и нам заботились об окружающем нас мире. שאלוהים יעזור לנו לעמוד במצוות האלה. И чтобы Бог помог нам исполнять Его заповеди. כמו שכתוב במתי פרק 5, אם לא תהיה צדקתכם מרובה מצדקת הסופרים והפורשים, לא תיכנסו למלכות השמיים. Как написано в Матфея 5 главе, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев или садукеев, то вы не сможете войти в Царство Небесное. תודה.